Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях архимандрит Александр Глоба. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! С Новым годом у вас наступившим! Взаимно! И грядущим Рождеством Христовым! Спасибо, Господи! Пишите нам свои вопросы в WhatsApp, Telegram. Будем рады на них ответить в наших передачах. Вот такой вопрос к нам уже пришел. Батюшка, почему церковь осуждает пьянство? Хотя читал в некоторых уставных книгах о том, что в какие-то праздники полагается там какое-то количество вина. То есть не противоречит ли это друг другу? Спасибо за вопрос. Но дело в том, что в самом Священном Писании Ветхого Завета и в Новом Завете сказано о том, что Богу противно, когда человек упивается вином и приходит в такое состояние, когда он не имеет человеческого облика, да, то есть очень сильно напивается. И, в принципе, даже апостол Павел говорит, что пьяницы Царствие Божие не наследуют. То, что касается христиан. В Ветхом Завете также было сказано о том, что там был такой секер, это очень крепкий напиток. Ну вот, может быть, немножечко крепость была ниже, чем у современной водки. Это мы должны делать соответствующие, как бы, выводы. Вот. И там это была такая вот история, что секер и люди, которые увлекаются секером, они были, как бы, мерзостью в очах Божьих. А сейчас есть такой напиток? Ну, я говорю, он крепость. Ну, чача, пожалуйста, такая вот какая-то. Да. Вот. Перебродившая, вот, которая имеет, ну, процент спирта 20-25-30%. То есть, ну, это в зависимости от таких, сколько там сахара было, как там процесс этот идет, брожение. Вот. Ну, а сейчас даже больше есть процент спирта в крепких напитках. То есть, это 70. 70 есть, и 75, и 80. Поэтому вот эта вот история с тем, что человек пьет напиток, да, который имеет большую крепость, приводит себя в соответствующее исступление, да, а Иоанн Златоуст говорил о том, что пьяница — это человек, который добровольно накликает на себя беса, да, вот, то и Василий Великий об этом говорил, и святые отцы, и первых веков, и наши современники, они все говорят о том, что пьянство – это очень большой грех в глазах Божьих. И человек, который умирает, да, в состоянии алкогольного опьянения, ну вот, его надо вымаливать очень сильно, чтобы, чтобы душа его, в конце концов, обрела мир и покой. Да, и уже чтобы Господь по молитвам церкви, по молитвам родственников не осудил бы душу этого человека, чтобы была бы надежда на встречу с Господом. Поэтому пьянство, оно всегда было порицаемо на страницах Священного Писания. Вот, и оно даже приводило, вот, последствия этого пьянства приводило к смерти. Помним, когда два сына первосвященника пришли пьяными для совершения богослужебных действий, да, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном храме, то они были умерщвлены ангелом, который был послан от Бога, и они не смогли осквернить вот своим присутствием, своими действиями величество славы Божией. Поэтому мы должны об этом помнить, и особенно помнить о том, что православный человек, он является прежде всего образом Христа, да, человек, который напоминает о Христе. То есть здесь должны быть определенные рамки, определенная дисциплина для того, чтобы своей жизнью свидетельствовать всем окружающим, что мы все-таки люди, которые воздерживаемся от всяких нечистот духовного плана, в духовном плане, в телесном плане, и стараемся угодить Богу для того, чтобы быть пригодными для Царствия Небесного. Это очень интересно и актуально, потому что новогодние праздники обычно рекой льется, да, несмотря на то, что обстановка вокруг к этому особо-то и не располагает, но
ну, человек такой, что сделать? Но дело в том, что в обществе существуют неправильные, как бы, ориентировки, неправильные вектор духовного развития, потому что вот в фильмах, в литературе воспевается вот это вот состояние, когда люди не говорят о том, что происходит отравление. А вот если мы посмотрим, ну, химический словарь, да, энциклопедию, посмотрим, что такое спирт, то это там написано прямо, что это гемолитический яд, то есть яд, который разрушает кровь. Вот, и почему-то люди так спокойно к этому относятся, употребляют его в довольно больших количествах. И то же самое опохмелье, да, головная боль, а это признаки того, что отмирает большое количество нервных клеток в голове. Это признак того, что в мелких сосудах происходит тромбоз, мелкий тромбоз, вот в капиллярах. Да, разрушается стенка сосудов, разрушаются эритроциты, они слипаются друг с другом, и образуются вот такие вот, как бы, столбики монет, знаете? Угу. Вот такие вот столбики образуются в капиллярах, и кровь определенные участки головного мозга не может омыть и не может принести туда кислород. Соответственно, определенные участки головного мозга, да, они могут быть в любом месте, приводит к тому, что человек хуже запоминает, хуже соображает, вот, у него теряются какие-то навыки, да, вот. Есть развитие, допустим, алкогольного паркинсонизма, да, то есть зоны головного мозга поражаются, и человек может просто-напросто потерять определенные функции из-за алкоголя, ну, как бы, алкоголя. Ну, а потом мы знаем, что если человек увлекается алкоголем очень длительное количество времени, то у него есть алкогольный тремор, да, то есть это тоже повреждение определенных структур головного мозга, повреждение нервной ткани, вот, и человек теряет способность, допустим, ну, нормально выглядеть, да, он идет, его трясет, руки трясутся, голова трясется, то есть... Агрессивен. Ну, агрессивен тоже, на психику тоже влияет, да. Есть люди, наоборот, не агрессивные, есть... Смотря какие зоны головного мозга повреждены. То есть те, которые отвечают за эмоциональные составляющие в поведении человека, то, конечно, замечается и определенные изменения в характере и поведении человека. Поэтому лучше... Конечно, заниматься здоровым образом жизни, употреблять разрешенные напитки, да, которые помогают человеку поддержать организм, проводить это время в радости, в молитве, да, заниматься, допустим, каким-то легким видом спорта, проводить его с близкими, вот, и, ну, быть каким-то, может быть, проводником добрых идей, которые угодны Богу. Потому что если ты называешься христианином, то по-другому быть не может. Говорят то, что у людей или алкоголиков, да, скажем так, нет совести. То есть тут еще помимо того, что ты физически воздействуешь на себя, то еще и на душу, на дух. Ну, дело в том, что совесть — это тоже такая вот категория, которая имеет свои границы, определения, но... Поэтому говорят, да, вот когда ты признаешь себя, да, смиряешься перед своей болезнью, да, да, начинается какое-то лечение. Это какое? Такая гордыня получается определенная. Ну да, здесь эти люди, они горделивые, они неправильно оценивают окружающую обстановку, ситуацию. Вот. И все, как бы, работы, которые производятся этими людьми, они характерны тем, что они могут быть неправильно выполнены, не по технологии, и имеют очень много вот таких вот бракованных последствий, которые приводят к тому, что что-то ломается, что-то неправильно сделано. Если хирург употребил, да, то у него внимание тоже, как бы, может нарушено быть. Операторы каких-то точных машин, там, у них тоже... Летчики это вообще военные, страшное дело. Да, да. Военные также
И было даже в годы Великой Отечественной войны принято решение провести такой вот статистический анализ боев, которые проводились людьми военными в состоянии опьянения и без опьянения. Трезвыми. Да, трезвыми. Вот. Так вот, те, которые не употребляли алкоголь, да, не было вот этих вот наркомовских, они не принимали наркомовские там 200 грамм, вот, у них боевые как бы поражения противника были точнее, массирование, как бы там все было намного лучше, чем у тех, которые употребляли. Думать головой просто надо. Даже да, да, потому что, получить. Да, да. И меньше потерь даже было. Угу. Вот так вот. А так вот, если брать и рассматривать алкоголь как средство от депрессии, там, допустим, или от тоски, то это не самый лучший, а это, можно сказать, худший способ избавления от этих явлений психических. Потому что они только усиливают депрессию, тоску, и люди просто-напросто, ну, как сказать, они... Ну, стареют. Нервная система быстрее стареет, быстрее изнашивается. Потому что нервная система, она у нас все-таки способна к восстановлению, но очень медленному. А здесь вот получается, что резервные возможности организма алкоголем, они очень сильно занижаются или переводят даже в отрицательный характер. То есть происходит разрушение нервной ткани и без способности ее восстановления. Видите, как интересно получается то, что когда... Мы, по сути, должны говорить о чем-то высокодуховном там, и так далее. Но сейчас... Мы, кстати, об духовных вещах говорим. Да, и это, вот я хочу об этом сказать, то, что, знаете, как-то один раз попал я на исповедь к очень такому духовному священнику. Благо, что я семинарист и более-менее что-то знаю, да, хоть какой-то опыт имею. Я ему сказал один грех, и мы с ним часа два копались, откуда он появился. Искали причину. Нашли? Нашли. Ну, слава богу. Ну, не скажу, что там прям все грешники. Но даже здесь, разбирая вот эти все вопросы, да, медицинского толка с такими терминами, да, мы можем понять даже порой причину своих проблем. Да. Одна из проблем сейчас как раз... Бездуховность. Бездуховность. И какие-то другие понятия, ценности и так далее. И праздник это выпить. Да. А православный как праздник? Благодарить Бога, помолиться и так далее. Даже ну, служим новогодние молебны, литургии ночные, да, службы. Да, мученику Анифатию. В том числе. Да. Поэтому мы должны обязательно помнить о том, что в этой жизни мы должны найти путь к Богу, встать на Него и спастись. Вот. Господь нам дает такую возможность, прежде чем быть как ангелы, пройти земной путь, побывать в этом мгновении, воспитательном таком процессе, который промыслительно Богом также сделан для нас, вот, и быть рядом с Богом. А мы хотим все-таки задурить свою голову, сознание тем, что есть что-то высокое, там, такое вот то, что нужно испытать. То есть бесы шепчут человеку в ушко, вкладывают мысли, человек на них ловится и действует. И таким вот образом попадает в ловушку. И, конечно, дай Бог, чтобы эта ловушка тоже не была вечностью для человека. Вот. Чтобы он избавился, если он страдает грехом пьянства, наркомании, то чтобы он избавился от этой зависимости и в конце концов пришел к Богу. Но к Богу лучше идти проверенным путем, протаренным. Вот, и не надо делать над собой эксперименты. Особенно в этой области, которая хорошо изучена и исследована. Алкоголь, наркомания, токсикомания, курение — это тоже все наркомания. Поэтому мы должны с Богом не ссориться, не нарушать Его заповеди. Ведь Господь нам прямо говорит, что не делай то, потому что будет то. Ну, это надо быть глупцом, чтобы... Еще жизненный опыт иногда подсказывает. Надо быть глупцом, чтобы как бы спорить с Богом. Но он же сказал, он не хочет этого. А ты берешь и
А что будет, если бы я сделал? И при этом Богу-то ничего не будет. Но Богу-то проблема ничего не будет. Проблема-то в человеческом, с человеческим телом, с организмом, проблема с окружающими, проблема с обществом. Понимаете? Поэтому здесь вот это такая вот полиморфная проблема, которая имеет очень много особенностей, свое течение. Вот, и лечение тоже очень трудное, долгое. Нет таких людей, которые вчера были алкоголиками, а сегодня и завтра они уже там люди, которые исправились. Вот. На нем вот эта вот печать алкоголика, наркомана, она до гробовой доски держится, потому что вот этот процесс, который человек зашел, это называется долгосрочная ремиссия. Вот. Это не выздоровление. Это даже не избавление от... Это какой-то некий такой промежуточный подвиг, это, скажем. Ну, подвиг — это процесс. Да, процесс. Огромный процесс. Да, каждодневный процесс, который человек должен вот делать. Вот как. То есть вся жизнь — это некое страдание. Да. Страдание, да, изучение самого себя, как бы изучение резервных, духовных, внутренних возможностей поэтому, своего организма. Наверное, даже осуждать такого человека неправильно, непонятно, как жизнь он жил, как он боролся с этим, какие трудности он пережил. Вы знаете, осуждать вообще никого не надо. Это правда, но здесь особенно, ведь мы же их осуждаем, нам неприятно. Осуждать, да, на грех. Да. Вот. И не позволять этим людям, которые к тебе приходят, начинают там учить жизни, да, вот, чтобы ты дал им на определенную или на очередную дозу пойла или там наркотиков, чтобы ты дал что-то вот. Понять и простить, так сказать. Нет, нет у меня такого. И я всем людям говорю, что ни в коем случае таких людей не надо ни понимать, ни прощать. Если ты хочешь им помочь, вот, помоги им попасть в реабилитационный центр. Просто помоги им туда попасть. Ну, или ну, дай хлеба, чтобы он, и воды, чтобы он. Больше ничего не надо. Никаких там закусонов, никаких там выпить, никаких там ничего. Никакую компанию. Даже не надо вести никаких там разъяснительных бесед, потому что... Бесполезно. А? Это, мне кажется, бесполезно. Это, во-первых, бесполезно, а во-вторых, силу надо кто иметь. Ты такой, что ты проходил курсы, что ли, там, да, не это... Потому что такой человек, который с десятком бесов, знаете, он сначала поддастся, а потом тебя завалит, и еще вместе с ним напьешься. Понимаете? Он тебе расскажет все прелести этого бытия, залезет тебе в карман, обманет, надурит и сделает себе компаньоном. Поэтому блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, да, и не сидит на седалище губителей, да. Вот это люди, которые и нечестивцы, и губители, с которыми даже не нужно вот, садиться за один стол. Вот. Но понимаете? Если ты видишь, как они борются, в ремиссии начинается. Если, понимаете, это уже это другое. Ну да. Я говорю о тех людях, которые находятся в такой стадии, острой стадии или обострения. Все. Надо этих людей опять изолировать, надо с ними опять проводить определенные мероприятия для того, чтобы ну, как бы, вот это вот бесовское состояние у него прошло, как бы уменьшилось давление паров алкогольных на мозг, вот, чтобы он, как бы, пришел в себя, потому что дальнейшая его какая-то реабилитация, да, без лечения, без адаптации, она бессмысленна абсолютно, и не надо даже ставить эксперименты и уповать лживо, причем безнадежно, на помощь от Бога. Потому что Господь дал такие вот алгоритмы, да, такую вот биохимию, что человек должен пройти это. Вот нет такого, что ты прям пьяный, встал и пошел. Чудес не бывает в этом плане. Поэтому если кто-то вам рассказывает что-то другое, он врет. Вот. Потому что этот грех, он написан в Священном Писании, да, у отцов святых написан, и от него очень трудное избавление. Вот человек должен упасть до дна, понять, что он ничего из себя не представляет, сил у него бороться нет, и только тогда взывать к Богу за помощью. Иначе они очень лживые люди, очень обманчиво, такие обманывают, вот, и опасные. Есть такой термин, там, созависимость. Созависимость — это люди, которые
находится рядом с таким больным человеком. Это болезнь, прежде всего, алкоголизм. Она имеет свою нозологическую единицу, шифр в здравоохранении. Вот. А созависимые люди – это те, которые находятся рядом с ним и которые, может быть, даже поддерживают его в его патологическом влечении. Кто это может быть? Мама, бабушка, папа, сестра, брат, близкие родственники, да, те, которые живут. И очень часто они страдают одной большой ошибкой. Вот, выпил, одеялом накрыть его там, чтобы это самое, проспиться, про это самое и все. То есть эти люди уже не бьют ни тревогу, не пытаются как-то вывести этого человека из вот этой вот болезни. Они начинают его уговаривать, там, даже сами с ним начинают пить, понимаете? Вот как-то пытаются понять их жизнь, чтобы понять и простить их. Вот. Ну, на самом деле нужно просто-напросто брать и менять жизнь кардинальным путем. То есть то, что назвать можно любовью. Любовь – это когда ты берешь и пытаешься человека избавить от этой проблемы, а не тогда, когда ты ему наливаешь, попей лучше дома, не ходи там на улицу, чтобы не замерз, дома. Какая это любовь? Нет, ты не ходи туда, не травись на улице, я тебе дома лучше отравлю, да? Вот любовь хорошая. Любовь – это жертва, любовь – это труд, это работа. Это даже надо делать то, что тебе не нравится, не хочется. Понимаете? А так вот взять и сказать, а что мы можем сделать? Можно ничего не делать, так можно смириться с этим и быть созависимым человеком. Вот, поэтому нужно бежать сразу, как есть такая проблема, нужно бежать, у нас сейчас довольно развиты комплексы мероприятий, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Надо сразу хотя бы на уровне пытаться помочь этим людям или самим себе. А также уповать на милость Божью, да, ходить в храм, заказывать молебны страждущим от пьянства, страждущим от наркомании, от зависимости, да, вот, при церкви у нас есть отдел синодальный, да, по взаимодействию с медициной, да, вот, и там вот можно узнать, где, в каких храмах, в каких епархиях занимаются такими людьми и приступать к такой вот немедленной реабилитации и лечению. Вопрос от Максима к нам пришел. Угу. Зачем делают из тел людей святых мощи? Зачем это делается? Во-первых, они сами делаются. Вот. Получается так, что тела лежат, да, их похоронили, вот, а потом начинают чудеса происходить на могилках по молитвам этого святого, да. Возьмем, допустим, Николая Чудотворца или киевских святых, да, которые в пещерах лежат, нетленные мощи. Вот. Никто ничего не делал, они сами такие вот образовались. И заметили, когда либо проходят возле них, либо обращаются, когда к ним, к этим святым, да, чьи мощи, то какая-то вот сила, да, которая помогает человеку избавиться от чего-то, либо от болезни, либо от каких-то проблем, и начинают молиться. Потом эта вот заметка, она увеличивается сначала в арифметической, а потом в геометрической прогрессии, и возникает вопрос, если люди получают просимое, изучается жизнь человека, да, вот, мощи которого остались, и потом принимается решение, что этот человек был святой, вот, его канонизируют, да, достают мощи для поклонения и как бы их укладывают в раки, облачают, если это священник или епископ, или святой, там, как Матронушка, допустим, облачают в одежды, и вот он почивает вот таким вот видимым образом, показывает нам, что сила Божия, да, благодать даже совершается и в немощи человеческой.
мощи. Это тело, которое не двигается, да? Человек, который умер, а благодать Божия проходит и укрепляет людей, даже живущих. Вот. И потом должна быть у христиан определенная парадигма. Мы вот хотим воспринимать как бы Бога, учение вот, на определенный промежуток времени, да, вот от Рождества, да, причем от Рождества человека, рождения, да, то есть мы не рассматриваем вопрос эмбриогенеза, да, когда человек, эмбрион, то есть мы, многие считают, что можно аборт сделать, там ничего нету, да, вот, вот этот мы промежуток как бы пытаемся замазать, да, вот так, чтобы на него не смотреть, как человека зачать, да, вот это вот, ЭКО, различные технологии, суррогатное материнство, да, то есть вот это тоже промежуток мы замазываем, да, как-то вот так вот, ну, говорим, ну, это вот... Надо вот. Это другое. Это другое, да. И вот до человеческой смерти или сильных болезней тоже вот это начинаем замазывать, это не норма. А православие, оно говорит обо всем. Даже от помысла, да, вот зачать ребенка, то есть это надо правильно подготовить себя, это должно быть определенное мероприятие, это должен быть брак, это должно быть два любящих сердца, это должно быть желание построить семью, да, то есть... Вот это вот создать ячейку общества, да, как многие говорят, да, чтобы это была маленькая церковь, да, и вот все, что Господь дает в жизни человека, он принимает православные и начинает раскрывать вот эту всю жизнь, жизнедеятельность в православном свете. А когда мы начинаем говорить о смерти, о, а что произошло? Ну, человек-то умер, ну, мы все люди, ну, носители своих телес, да, вот мягких тканей, твердых тканей, кости, да, это же наше естество. Mm-hmm. Что здесь такого? Ну, мертвый, да. Ну, так вот, все там будем, все будем посеяны в землю. И они также воскреснут? И также воскреснут, да. Как и мы. Как и мы. И ничего страшного нету. Просто у нас парадигма другая. Мы это принимаем как данность, как целое. Да? А тут эти вырезали, отсюда. Вот мы хотим вот только вот это вот смотреть. Но это не религия, это не православный взгляд. Это не правильное отношение. Мы должны все воспринимать. И радость, и скорбь, и болезнь, и печаль, и воздыхание, да, и воспринимать это как, ну, данность, с которым надо либо смиряться, надо помогать таким людям, надо, они, люди, которые страдают, там, допустим, даже сказать не могут, лежат прикованы к постели, они хотят жить, а кто-то решает, им надо умереть, они мучаются, вот, мучаетесь вы, которые не имеете духа, которые не имеете любви, которые не имеете желания служить, вы мучаетесь. Для вас вот эти вот крики больного разрывают ваше сердце, потому что оно слабое, оно не духовное, оно просто какое-то такое вот эмоциональное, да. И поэтому люди, находящиеся в таком состоянии, они бездуховные, и для них возникает ужас, да. Они боятся вот этого, то, что с ним рядом, и они хотят его задушить, там, как-то умертвить, куда-то отправить, для того, чтобы не связываться, потому что не получают помощи от Бога. А те люди, которые умеют ухаживать, те, которые принимают это как данность, понимают, что это все получаем мы за свои грехи, все человечество получает за грехи. Вот, то, что это несовершенство нашего тела, что Господь, в конце концов, наши тела усовершенствует, да, после воскресения, всеобщего суда, все будет по-другому. Не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. И мы, живя этими мыслями, этими знаниями, подкрепляем себя божественной благодатью через таинство святого причащения, исповеди, крещения, да? Вот. И получаем от Бога определенную силу нести этот крест. А люди, которые живут бездуховной жизнью, вот, они начинают придумывать вот эти законы, там, убить, умертвить, отправить, спрятать, закопать, а вот это все. Понимаете, это слабые люди. Поэтому здесь мы должны раскрывать свое христианское сердце, христианскую любовь, проповедовать миру добро и желание и умение служить ближнему. Вот это любовь. А если мы будем только вот на эмоциях, далеко не уедем. Так вот. Это правда. Здравствуйте, батюшка. Стала замечать приметы колдовства в своем доме. Иголку в брюках, которые сохли после стирки на улице, какие-то нитки, мотки и так далее. Как относиться к людям, которых подозреваю в таких действиях? Молиться за них
подавать записки или же все-таки как-то не подавать виды, ничего не высказывать? Ну, во-первых, здесь должна быть четкая дифференцировка, нитки там еще. Там человек, допустим, шил в носках, дырку зашивал, да, ну вот и воткнул там эту иголочку там сюда. Совпадение? Вот. Совпадение. Да, чтобы это не было совпадение, потому что, ну, люди бывают накручивают себя сами. Если здесь этого нет, и ты знаешь, что, ну, поговорить с этим человеком, зачем это делается. Потому что, ну, в принципе, понятно, что существуют духи злобы поднебесные, да, и человек каким-то образом хочет либо по зависти, либо по какому-то своему невежеству духовному, ну, сделать какую-то боль, причинить страдания, ограничить в способностях более успешного человека, да. То есть посмотреть со своей стороны, нет ли у тебя какой-то гордыни и пренебрежения желаниями другого человека. Понимаете? Вот, если ты такой весь красивый, весь такой модный, весь такой этот самый, а другого человека ты начинаешь принижать там, за это, за ушение ему делать, там, все время упрекать в чем-то, да, ты такой хороший, а он такой вот не совсем того сорта, как. Ну, конечно, тот человек будет молиться и против тебя, и будет что-то делать, пытаться как-то принести тебе ущерб какой-то, чтобы, ну, успокоиться. Это несовершенство человеческой души, да, и это надо учитывать. Вот, и найти компромисс, может быть, поговорить с ближними, кто-то есть, вот, что случилось, так. За таких людей надо молиться, потому что Господь говорил, что за людей, которые тебя хотят убить, хотят плохо тебе сделать. Молиться за них надо. Потому что, почему молиться? Потому что молитва — это обращение к Богу. Да? А Бог знает, что сделать. Он же как бы и тот молится. Вот. И тот молится, да. Тот, который хочет убить, молится Богу. И тот, которого хотят убить, молится Богу. Ну вот Господь же, Он же тоже не делает так вот, как бы и того удовлетворяет прошение у того. Вот. И там же Господь — это, ну, и великий ум, и великая любовь, и милосердие. Вот. И, конечно же, когда мы неправедно гонимы у Бога, значит, возникает такой вопрос. Как это ты незаконно гонишь этого человека, да еще и молишься? И тут может быть попущение такое, что тот человек, который делает вот эти вот всякие подклады, да, или там какие-то иголки, нитки, там всякие вот эти вот вещи, он может пострадать сам. Не для того, чтобы как бы проучить его, там, ограничить, а для того, чтобы изменить его жизнь. Понимаете? Вот, то ограничение, которое он пожелал, он сам и испытает его. Такое очень часто бывает. А православным людям надо просто-напросто молиться. Если мы будем молиться, да, обращаться к Богу в молитвах, утренние и вечерние молитвы, приобщаться к святых Христовых тайн, да ничего бояться не надо. Потому что мы находимся как бы в таком коконе божественной благодати, да, и Господь нас защищает, Господь нас укрепляет, Господь нам потворствует в нашем желании быть полезными окружающим людям, служение ему. Поэтому бояться не надо. Вот. Если есть какие-то подозрения, то есть молитва от чародейства, да, Киприану и Стине, вот, Архангелу Михаилу, да, вот, Господу Иисусу Христу. Любая молитва Божьей Матери, которая содержит прошение защитить, укрепить, благословить, осветить твою жизнь, да, она Божьей Матери слышима, и всегда она помогает. Всегда и везде. Вот, поэтому, если у тебя есть такой вот молитвенный щит, состоящий из святых угодников Божьих, то это не страшно абсолютно. Пусть что хотят, то и делают, и ничего у них не получится. Батюшка, а что такое страх? А страх какой? Их несколько бывает видов. Ну... Страх какой? Страх адреналиновый, вот, который приводит к ужасу. Страх Божий. Что, какой вы имеете в виду? Давайте поговорим о страхе, боязни завтрашнего дня. Ну, это боязнь перед неизведанным. Ну да, у нас же. Вот. А русский человек еще додумает там какой-нибудь завтрашний день. Во-первых, Армагеддона пока. Во-первых, в Священном Писании сказано: не пицитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день. Боимся. Да, ну мало ли что боимся. Это опять-таки нет внутреннего стержня, нет хребта.
Ну, прожил сегодняшний день, поблагодарил Бога. В родстве предаю дух мой, Господи, ты же меня заступи и помилуй. Да? И засыпай. Проснулся, так, пальчиками поработал, ножками поработал, все работает, все. Слава тебе, показавшему нам свет. И начинаешь молитву. И живешь дальше. И вот так вот живешь каждый день. Каждый день рождаешься, каждый день умираешь. Вот, да? И так, так вот постепенно, постепенно, постепенно Господь дает тебе определенный жизненный путь. Поэтому не нужно там, как вот этот вот неблагоразумный богач, который говорил, что завтра житницы все посношу, новые построю, зерна у меня много, всего у меня много, все это перенесу. Да, Господь через ангела своего говорит, что безумец, о чем ты думаешь? Потому что сегодня ночью твоя душа будет забрана ангелами, и ничего у тебя не будет. Растащит все твое добро и ну, потеряется в вечности и в пространстве. Поэтому мы не должны думать вот так вот, всегда уповать на милость Божию. Если, как апостол Павел говорит, если будет на это воля Божья, все будет хорошо. Поэтому уповать на волю Божию, уповать на мудрость Божию, на промысел Божий. И тогда вот таким людям проще живется. А если человек находится все время в каком-то страхе, нерешительности, неуверенности, по всей видимости, он много потеряет. Вот. Надо быть смелее, да? Надо быть смелее в своей надежде на веру в Бога. Доверять Богу? Да. То есть, что бы ни случилось, да. Бог... Он же сказал, что без воли Божией и волос головы человеческой не упадет. Поэтому у нас есть очень много способов, да, как бы напомнить Богу о себе. Утренние и вечерние молитвы, молебны, молитвословие, благодарение, чтение Священного Писания, вспоминание имени Божия, Иисусова молитва. Это все мы так Богу-то напоминаем о себе. Он говорит, хорошо, хорошо, я помню о тебе, не переживай. Понимаете? Угу. Вот. А если человек, как автономная подводная лодка, без зарядов аккумулятора, начинает уходить под воду, то он и не всплывет в этом житейском море. Понимаете? У него не хватит сил подняться и подышать воздухом свет. А если он заблаговременно это все сделает, подготовит, как упование на милость Божию, на помощь его, то и на дно опустится, и наверх поднимется. Понимаете? Поэтому мы должны на Бога надеяться и знать, что Он это сделает. Вот. Не только вот знать, Господь поможет, Господь укрепит. Вот. Только молитва, только вот ты, Господь, благослови, дай мне вот этого духа, знания, уверенности. Господь дает и помогает, и укрепляет. Бывало ли в вашей практике, когда люди приходят на исповедь, а вы понимаете, что здесь не священник должен разбираться, а психолог? Очень часто. Психиатр ну, даже. Ну, тут, может быть, им повезло. Ну, вот я так как я имею, ну, как бы, специализацию и клинической психологии, психолог профессиональный, я могу совмещать эти два состояния. Я специально это сделал, чтобы в дальнейшем мне не заниматься вот этим вот футболом, да, а помогать людям и как специалист, потому что, ну, это медицинская все-таки составляющая, и как священнику. Причем оно не смешивается. Вот. Да, есть определенные, допустим, ну, определенные алгоритмы поведения священника при вот этом вот. Есть алгоритмы, когда и священник, как священник здесь, да, как психолог здесь немножечко по-другому можно. Вот, и как бы помогаешь этому человеку, он избавляется от каких-то проблем даже, неврозов, вот, неуверенности, там, много проблем приходит люди. Бывает, шизофрения приходит, ну, допустим, неактивная форма шизофрении, такая вот она, вялотекущая, да, ну, человеку надо помогать тоже, как бы, такого того. А как такие люди там приносят покаяние? Как их причищают? Ну, очень просто, они же отдают себе отчет. Они своим действием отдают отчет, но у них бывает так, что, ну, им... Вот если там, допустим, параноидальная шизофрения, все время кажется, что за ними следят, что их все время травят, что их там пытаются убить, что от них пытаются избавиться. Как бы они вред обществу могут и не приносят, ну, хотя могут и принести, там, выбежать на дорогу и спровоцировать аварию могут. Или там спрыгнуть откуда-нибудь, они могут не осознавать, не отдавать отчета. Вот. Но они не агрессивные в том плане, что взять нож и убить.
вот такого очень редко. Это уже когда такая вот активная фаза шизофрении, вот там не хватает лекарственных препаратов, тогда таких людей надо, конечно, помещать в стационар и приводить в порядок. Да, а потом они опять определенное количество времени живут, употребляют медикаментозное лечение, да, используют его в своей жизни, и, в принципе, нормальные люди, с которыми, которые могут и в храме помочь, и так вот выполнять какие-то функции, даже работать на производстве. Вот поэтому, в принципе, есть вот такая вот проблема, которая корректируется. А обращаются много людей таких, да, с неврозами, с неврозоподобными какими-то там проявлениями, нарушениями. А сейчас много таких с депрессией? Ну, дело в том, что сама вот погода, вот эта вот мрачность, все, оно всегда в людях, ну, как бы возбуждает вот эти вот низменные, инстинктивные такие вот начала, да, и люди очень часто бывают озлобленные, да, так, с нарушениями психики. Много людей. Ну, приходится вот улыбаться, как бы, приходится собой являть пример, чтобы, ну, как бы люди приходили, ну, что-то тут он улыбается, что-то там все плохо, в стране плохо, там, как говорят, да, там везде... А можно сказать, что это от безделья? Вот сейчас вот эти вот, ну, не знаю, погода мрачная, действительно, но было столько задач в конце года, что вот дожди вот эти были, да, и как-то все это прошло мимо. Почему? Потому что голова была забита другим. Бывает и такое, конечно, но ну, что значит безделье? Ну, человек трудится на производстве, да, вот, может работает. Может быть, дополнительно что-то себе придумать? Ну, может, есть время свободное еще? Ну, как? Вот у него хватает сил дойти до храма, там, посоветоваться с батюшкой. Ну, это вот. В лучшем случае. Это уже неплохо, да. Есть много людей, которые пытаются там пивом заглушить, алкоголем заглушить, наркотиками заглушить, блудом заглушить, различными непотребствами заглушить. Вот. И они тонут в этом. Вот. Очень много людей тонет. Вот. Все мы разные люди. Абсолютно. С разными своими проблемами, тараканами. Да. Не исключено и болезнями. У всех болезни. Что поделать? Если нет здоровых людей, есть плохо обследованные, знаете, как говорится. Ну, поэтому да. Мы должны все-таки стремиться не к тому, чтобы у нас все в теле было хорошо, потому что апостол Павел, помните, говорит, что Господь мне дал вот это жало, чтобы напоминало. Вот достаточно мне той благодати, которую я получил от Господа, но вот это жало, которое от Господа я получил, оно мне напоминает о том, что я все-таки человек ограниченный, да, и должен все-таки как бы помнить, что не вечный и должен посвятить свою жизнь служению Господу сполна. Вот мысль апостола Павла. Поэтому мы тоже должны помнить, что да, у нас у каждого есть какое-то жало, вот, которое ограничивает нас в чем-то, делает, как бы показывает, что мы несовершенны. Да. Но вместе с тем мы должны понимать, что это жало есть, что мы умеем справляться с этим жалом, да, но вместе с тем и правильно служить Богу, вот, без остатка. Да. Спасибо вам, отец Александр, за эту беседу. Спасибо вам, что пригласили. Было очень интересно. Спасибо, каждый раз. Знаешь, много интересного. Мы как от медицины люди далекие. Но вывод можно сделать такой, что, как мы уже сегодня говорили, всякому греху, даже духовной проблеме есть причины, и иногда накроются в том, что мы, может быть, банально не следим за своим здоровьем. Духовным в том числе. И в духовном в том числе. Да. Ну и физическое тоже. Ну, да, очень все, часто. Что, в общем, разные случаи, разные ситуации, но один из выводов такой. Поэтому будем беречь свое тело, душу, заботиться о себе по мере сил. Тем самым мы, выживая в этом мире... Помните, у нас одна беседа была: хорошо, чтобы в здоровом теле был бы здоровый дух. Это слова правда. Апостола Павла. Совершенно верно. Поэтому будем об этом молиться. Да. На этом наша программа окончена. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.